Так, на осмотре у нас Subaru Outback 2005 года выпуска, дорестайлинг, 2.5 бензин, 165 лошадиных сил, механическая коробка передач, пробег в районе 300 тысяч километров, два хозяина. Смотрим для клиента из Санкт-Петербурга данный автомобиль. Значит, на холодный автомобиль завелся достаточно хорошо. Слышно, что нет катализаторов, оптика на нем оригинальная. Очень много косяков по лакокрасочному покрытию, по кузову, различных царапин, вмятин, таких вот потертостей. Покажу немного салон. Салон тоже на троечку, наверное. Достаточно много всяких износов салона, потертостей. Вот так вот выглядит руль. Видим, есть остатки какой-то изоленты, сточенные накладки на педалях. Значит, кроме лобового, все стекла заводские, но они все стерты, значит, камнями потерты. Тормоза в среднем состоянии, резина также в среднем состоянии. Ну и автомобиль, надо не забывать, что продается по низу рынка. Поэтому ожидать чего-то сверхъестественного здесь не приходится. И много крашеных деталей, в основном это косметика, без шпаклевки. Есть, значит, был небольшой какой-то удар в правую часть, правую фару. Крашен немного телевизор, менее на фары, также на оригинальную. Есть ошибки по электронике, по катализаторам. Люк работает. В принципе, автомобиль сам передвигается, но находится в таком достаточно среднерабочем состоянии. Придется какие-то вложения в него. То есть информацию я передал заказчику. Всем хороших машин, всем пока.